поезд по имени Трой. Привет, Трой, развлекаешься? Ой, Трой, что это за место? Ты не знаешь? Ну, может, нам стоит поехать и узнать? Так, похоже, здесь мост, но он недостроен. Как же нам туда добраться, Трой? Ты хочешь достроить мост и положить на него рельсы? Отличная идея, Трой. Ну как ты это сделаешь? Привет, Тедди. Как поживаешь? Тедди, Трою нужно построить мост, чтобы переехать через реку. У тебя есть идеи, как ему помочь? Превосходно! Ого, Тедди, ты здорово изменил Троя. Он теперь строительный поезд. Ты сделал все, что задумал? Прекрасно, тогда поехали, Трой. Давай же построим мост, Трой. Сначала нам нужно установить заграждение. Отлично, Трой. Теперь давай уложим шпалы. Смотри, Трой, мост почти готов. Теперь давай проложим рельсы и прикрутим их болтами. Да, ты прав, Трой. Перед этим нужно укрепить мост, иначе будет слишком опасно ездить по нему. Превосходно! Ну а теперь можно укладывать рельсы. Thank you.
нужно дальше сделать? Прикрутить рельсы к шпалам. Ну, конечно. Чудесно, Трой! Ты построил мост! И смотри, а вот и город, в который ты хотел попасть. Железнодорожный город! Пока, Трой! До новых встреч! До свидания, Тедди! Спасибо тебе за помощь! Поезд по имени Трой. Привет, Трой! Направляешься в железнодорожный город? Привет, Тейлор! С днем рождения! Вот это праздник! Ух ты, как здорово, что каждый принес воздушный шарик для Тейлор! Ой-ой! Держись, Тейлор! Мы спустим тебя вниз! Что же нам делать, Трой? Отличная идея. Давай поедем к Тедди и узнаем, чем он сможет нам помочь. Тедди, у нас ЧП. Тейлор унесло на праздничных воздушных шариках. Трою нужно ее спасти. Ты можешь помочь? Отлично, спасибо. Давай приступим. Тедди превратил тебя в летающий поезд. Uh-huh.
Тейлор, Трой здесь, чтобы вернуть тебя на землю. Не волнуйся. Ребята, освободите-ка ему немного места. Ух ты! Невероятно! Трой скоро спустит тебя на землю. Молодчина, Трой! Замечательно! Просто потрясающе! Конечно, Тейлор! Теперь мы можем полакомиться тортом! Пока, Трой! Отличная работа! До новых встреч, друзья! Поезд по имени Трой. Доброе утро! Ты явно очень взволнован предстоящим Рождеством, Трой. Хоу, как мне нравится эта песня! Ух ты! Ёлка в этом году просто потрясающая! Тейлор мечтает о новых колесах на Рождество. А ты о чем мечтаешь, Трой? Чтобы все твои друзья встретили Рождество вместе с тобой? Какое чудесное желание, Трой! Как же нам исполнить его? Тедди, Трою нужно очень быстро подготовиться к Рождеству. Ты можешь ему немножко помочь? Отлично, приступим. Ого, Трой, ты выглядишь просто потрясающе! Тедди превратил тебя в рождественского эльфа! Хорошая мысль, Тедди. Нам понадобятся гирлянды, чтобы украсить елку. Еще увидимся, Тедди. Ну что же, Трой, давай-ка добавим нашему депо немного рождественского духа. Вот это да! Невероятно!
Эти гирлянды очень красивые. И последний штрих. Отличная работа, Трой! Она выглядит красивее, чем главная елка железнодорожного города. Осталось только положить подарки. Ого! Взгляни на эти подарки! Все будут очень рады! Ой-ой, Трой! У нас закончилась оберточная бумага. Что же теперь делать? Хоу, ну конечно, Тедди позаботился о запасных рулонах. Прекрасно поработал, Трой. Что теперь? Трой, кажется, ты все сделал, да? А, ты хочешь, чтобы твои друзья встретили Рождество вместе с тобой, не так ли? Привет, Тедди! Шляпа эльфа исполнит это особенное пожелание Троя? Ух ты! Здорово! Вау! Кажется, сработало! Трой, твое желание исполнилось! Счастливого Рождества, друзья! До новых встреч! Ух ты! Железнодорожный город выглядит словно зимняя сказка. Жители наслаждаются этим. Милая шапка, Трой. Ты тоже выглядишь отлично, Тина. Куда вы все едете? На ледовую вечеринку на каток. Как здорово! Ух ты! Озеро выглядит невероятно, не так ли? Ты хочешь первым отправиться на каток, Тони? Тони, подожди! Озеро еще не замерзло! Ты права, Тейлор. Несмотря на то, что идет снег, все еще не слишком холодно, чтобы лед на озере достаточно окреп. Какое разочарование! Трой, ты думаешь, Тедди сможет нам помочь? Надеюсь, ты прав. Здравствуй, Тедди. Какая забавная игра. Это должно быть Трой. Он приехал узнать, сможешь ли ты помочь ему заморозить озеро. Итак, вот наша проблема, Тедди. Сегодня на озере должна была пройти ледовая вечеринка, но там нет льда и кататься негде. Ты всегда знаешь, что делать, Тедди. Это? Это нужно, чтобы сделать огромную глыбу льда? Здорово! Готовься, Трой! Гигантская машина по производству льда направляется к тебе! Что дальше, Тедди? Ну, конечно, нам нужна вода для заморозки. Будет немного прохладно, Трой. Не волнуйся, Трой, скоро ты снова согреешься. Погоди, Трой,
Похоже, Тедди кое-что забыл. Еще один инструмент для Троя. Интересно, для чего же он? Хорошо, мы скоро все сами увидим. Пора вернуться на озеро, Трой. Пока, Тедди, спасибо тебе. Трой, поезд, заливочная машина уже едет сюда, ребята. Что Трой делает? Он привез с собой большой ледяной блок, и он собирается выгрузить его в озеро. А вот и он. Ого, это действительно сработало. Хорошо, хорошо, Тони. Теперь ты можешь выехать на лед. Ой-ой, он выглядит немного неровным. Тебе стоит вернуться. Эй, Трой, а что насчет той странной штуки, которую дал тебе Тедди? Она должно быть для разравнивания льда. Так намного лучше. Поверхность стала гладкой. Превосходная работа, Трой. Кажется, вечеринка на льду все-таки состоится. Вперед, друзья! Веселитесь, ребята! До новых встреч! Поезд по имени Трой. Привет, Трой! Какой чудесный денек, чтобы прокатиться по железнодорожному городу! Смотри-ка, там бульдозер Билли. Привет, Билли. Похоже, у тебя сегодня много работы. Не будем мешать. Билли, ты там? Трой хочет узнать, все ли в порядке. Это же гудок, Билли. Может, поедем в депо и узнаем, сможет ли Тедди нам помочь. Не волнуйся, Билли, мы скоро вернемся. Эй, Тедди! Трою нужна помощь! Бульдозер Билли застрял в туннеле. Трой должен его освободить. Ты не поможешь нам? Фонарик и фейерверк? Хорошая идея. В туннеле очень темно.
Копающие руки, чтобы убирать камни? Отлично! Превосходно! Давай поедем спасать Билли! Что нужно сделать сначала, Трой? Отодвинуть эти камни. Хорошо. Молодец, Трой, получается! Поедем внутрь и найдем Билли. Как думаешь, где же Билли? Там? Вот же он! Поехали, Билли! Трой покажет тебе путь из тоннеля. О, нет! Что случилось? Ты думаешь, у тебя сломался фонарик? А Тедди дал тебе еще что-то, что может нам помочь? Фейерверк! Он осветит туннель и покажет тебе путь наружу. Поехали, Билли! Трой тебя выведет отсюда. Потрясающая работа, Трой! Молодец, Тедди! Фейерверк действительно помог ребятам. До новых встреч, друзья! Поезд по имени Трой. Привет, Трой! Здравствуй, Джо! Я смотрю, ребята, вы наслаждаетесь солнышком. Вы слышали это? Вы хотите узнать, что это? Хорошо, тогда в путь! Здесь везде вода. Что же тут произошло? Ты думаешь, прорвало трубу? О, нет! Может быть, стоит отправиться к Тедди и узнать, сможет ли он помочь? Хорошо, Трой. Я думаю, это отличная идея. А тебе лучше поехать домой, Джо, чтобы не промокнуть. Тедди, у нас беда. Спускайся вниз. В городе потоп. Ты можешь помочь? Отлично, приступим. Для чего это? Водолазное снаряжение, чтобы Трой мог ездить под водой? Thank you.
Здорово! Сантехническое оборудование. Прекрасно. О, водяной насос. Конечно, пригодится, Тедди. Теперь Трой – поезд-сантехник. Молодчина, Тедди! Давай скорее остановим потоп, Трой! Вода прибывает. Нам нужно поторопиться. С чего стоит начать? Спуститься под воду и найти разрыв в трубе? Отличная идея! Воспользуйся водолазным снаряжением. Теперь ты можешь дышать под водой. Ты знаешь, какую именно трубу прорвало? Продолжай искать, Трой. Как насчет вон той, где пузырьки? Ты нашел ее? Молодчина! Превосходная работа, Трой! Осталась лишь одна проблема. Трубу ты починил, но город все еще наводнен. Тедди дал тебе водяной насос? Отлично! Молодчина, Трой! Ну что, готов вернуться и поиграть в футбол? Да? Чудесно! Пока, Трой! Спасибо за твою помощь! Благодарим тебя, Тедди! До новых встреч, друзья!